свидания. Если честно, Гера, я... Скучающая замужняя женщина в поисках страстных приключений. Давно замужем? Да. А твой муж не подозревает? Понятия не имеет. Он думает, что у меня обычная работа. Где он думает, что ты работаешь? Духи продаю. По телефону. Моя жена сказала, что нашла работу в шаурме. Боюсь подумать, чем она на самом деле занимается. Сорен кара Исраилю ни коште кита. Улыбни. Стар-сейю-фу-фу. Юмено ижу-сейкацно хазга. Хотя, конечно, с вашей профессией в Израиле. Масака но харам-банджо. Я пойду работать. Требуются женщины с приятным голосом на высокооплачиваемую работу. Чудат манахну сотво. Ешли кулярбе. Мне 22 года, и я девственница. Не об этом сейчас разговор. Мужчина только потому, что она женщина. У меня было время подумать, как стать хорошим отцом. Ты не поверишь, кто это. Этот фильм сейчас идет во всех кинотеатрах Израиля. Куча алимов хотят его посмотреть. Лично я в тюрьме сидеть не собираюсь. Почему я рад? Просто не понимаю, почему обязательно по ночам продавать. Мы с тобой говорим, я чувствую себя... Я хочу с тобой. Каждый фильм — целый мир. Мы с тобой даем людям возможность посетить эти миры. Я тоже хотела, чтобы моя жизнь была целым миром. Наша жизнь вместе тоже ничто. Но я так устала от тебя за все эти годы. Фемини, это то, что нам нужно. Мы интеллигентные люди. Эйга-о-ай-си, эйга-ни-ай-сарета-фу-фу-но-тадри-цита-эндинг-ва-икани. 声優夫婦の甘くない生活